Брак по звуку. Брак по звуку, ладно, завелся. Как всегда, блядь. Не дают работать блогерам. Итак, приветствую, господа. В этом видео речь пойдет о ремонте и изготовлении нового глушителя на мотоцикл ГАЗ-ГАЗ нашего постоянного клиента Александра. По желанию клиента будем изготавливать новый глушитель на мотоцикл, так как старый пришел немножечко в негодность. Итак, не буду вас задерживать, приступаем к изготовлению. Газ-газ. Последние минуты жизни. Отрезаем ему бошку. Не знаю, чем отсюда. Опа. Вот так вот. Меняли набивку недавно, 10 часов назад. Капец, как так можно? Видишь, там даже дырок не так видно. Да, там вообще жесть полная. Все зарастало. Теперь эту лабуду надо просто, видишь, проточить. А тут раз под углом, походу, посадка и все. Получается, да. Помойка, блин. На чем они ездили? Газпром. На Газпроме, да? На Литоле. Походу, да. Запахло айпаном с каким-то говном. Набивка, она свежая. 10 часов назад поменяли. Я же сказал, вот тут такой кусочек, если поменяли. Не все. Ну, трубка реально как будто из нержавейки. Видишь, я тебе что говорю, родная, будет качество хорошее. Всем своим весом. Да, в комментариях можете написать, что снова говно, а не устроен. Мы сами это знаем. Разок, два, будет огонь. Хоть объясни, что делаем. Мы, в общем, что делаем? Мы просто точим. Он даже не нагрелась толком, чуть-чуть. В общем, здесь будет у нас вход со стороны резонатора. Ну, родной, да. Мы все сопли убрали. Нет, как вы видели, мы отрезали. И вот это родной мы отрезали. А это, конечно, сейчас побольше, будем, блин. Да. Побольше. Я думаю, тут уже болгарочкой нужно делать. Чем это кажется? Ну, блин, он для того, чтобы крутить. Резец, походу, высоко сильно стоит, да? Ну, а, видишь, короче, полирует, блин, а не срезает. Ну, грызет, я даже так сказал. Нет, он вот этой частью трется, нижней, и типа полирует. Фу, как он воняет. Вот, он еще говно нести сюда. Это что там скалывает? Не повторяйте такого никогда.
выполняется строго профессионалами. А как это можно выключить? А вот так! А, реально профессионалы. Замолчу. Надо принять эти шершавые. Ну, это все заполируется, можно заполировать. Угу, такую риску, а тут нельзя. Мы перенеслись в мастерскую King Customs. В общем, вы видели, как мы раскурочили нашу баночку заводскую, газ-газ. И потихоньку мы начинаем приступать к построению новой кастомной банки. В общем, с помощью хозяина Санька и его токарника мы проточили наши втулочки, подготовили, так сказать, их к сварке. Теперь нам нужно подготовить все остальное сырье. Значит, я уже приготовил такое вот полотно, из которого будет скручиваться основной цилиндр глушителя. Будет у нас такая маленькая небольшая баночка длиной 25 сантиметров, в диаметре, в общем, у нас 19 выходит по сырью. Но потом, в общем, ну примерно вот я замерил просто на картоночке. Смотрите. Примерно будет вот так, ну чуть больше. Максимально компактно. Чуть-чуть меньше, чем заводская будет. В общем, отсюда нам, в принципе, только трубка может быть пригодится, так как она здесь сделана из нержавейки. Пока мы это все отложим. Тут у нас редуктора, как всегда, задний привод, заварка. В общем, я его уже почистил. Буду сейчас заляпаю орбиталочкой, прошелся. Там сейчас такая структура прикольная на нем. Может, так оставим, если Санек захочет. Захочет, полирнем, как получится. В общем, сейчас я буду это все сгибать. Я уже попытался, поварил. Металл варится отлично, все нормас. Ну, хорошо все, в общем. Вот, сейчас буду сгибать. Потом самое интересное, самое сложное, вот это изготовить флянцы сюда на глушитель. Ну, в общем, не переключайтесь. В общем, господа, значит так. Я уже вырезал часть заготовки, скрутил ее в цилиндрик, прихватил, грубо так вот подрихтовал. Сейчас я здесь, значит, здесь кину пару прихваток, либо буду обваривать с поршничком это уже все. Вот на такой вот нехитрой приспособе. Ручками все пока сделал. Жесткий кастомс. Кастомс. В общем, так, о, блин, тут уже куча проводов. Как всегда, блин. Когда уже придумают зарядки по Wi-Fi и все такое. В общем, мы это все убираем. Сейчас, значит, присаживаемся и начинаем делать вот так. Мне кажется, что присадочный пруток немножко толстоват. Но, к сожалению, у меня, наверное, нет потолще. Но мы сейчас что-нибудь придумаем. Варим мы пока 40-47, так как это обычный алюминий. Я не могу понять, записывала она или нет. В общем, конечно, руки все на весу, блин, все болтается, трясется. В планах, конечно, еще шов счистить, то пока получается как-то вот так. Чешуйчато, шмешуйчато, конечно, немножко плавают руки, но ладно, тут еще все зачистится. Вот. Кстати, вот эта присадка поприятнее ложится, чем 40-43. Это у нас 50 вроде какая-то. Ну, факт в том, что это какая-то ноунейм китайская. Ух ты, блин, упали ключи. А это, короче, брендовая. Вот, в общем, продолжаем. Так, куда вас поставить? Мерседес. Без никаких зачисток и всего такого. Смотрите, какой шовчик, блин, конечно, ни хрена не видно.
Вот надо еще, конечно, все зачистить. Хотя бы щеточкой пройтись. Ну, блин, да как вам показать-то? Ну, GoPro просто очень хреново передает. Очень хреново передает. Потому что тут все матовое. Вот налета. В общем, как-то вот так у нас получилось. С помощью небольших манипуляций молоточком отрихтовать, придать, так сказать, нашему цилиндру первоначальную такую вот формочку. Шовчик временно, все пока обварено, прихвачено. Вот, как-то вот так вот она у нас будет. Сейчас будем сюда вырезать конусы. Вот выход ушителя. Еще не знаю, прямой сделать, либо косой. Ну, также и под вход муфлера нашего, так сказать, резонатора. Вот, в общем, сейчас будем из картончика вырезать, прикидывать. Делать такие макеты и потом вырезать из листа алюминия. В общем, все дальше. Блин, Вадим, он был не очень красивый, я потом уменьшал. Она такая здоровая, как будто гантеля какая-то. Я тоже здесь, понял? Слушай, да вообще балдеж. Вообще балдеж, она такая маленькая, аккуратненькая, прикольная. В общем, как-то вот так. Так. Давай покажем. Нормально, пацана. Ладно, это не его показывать. В общем, мы сделали такие вот лекала. С десятого раза. И вот выгибаем такую, значит, штуковину. Такими вот нехитрыми приколясами. Вот сейчас будем, короче, надо сварить, а потом дальше рихтовать. Ох ты, блин, какая все грязная. Сетка. Покажу старую. Ну, старая сюда заходила. Ну, кажется, тут подрихтовать. Вот. Ну, в общем, что? Сварка запущена, начинаем обваривать. Наконец-то привезли аргон, уже вечер. Итак, в общем, дальше. Вуаля. И уже как бы основная часть готова. Ну, еще, конечно, все не зачищено. Грубо сварено, грубо ободрано. Будем сейчас ее зачищать. Вот, в общем, такую лабуду мы сварили. Дальше. По лекалам, по еще одним самодельным. Мы сделали еще один такой вот. Такую вот хирету. Видите, самое сложное в том, что трубка максимально приближена к вот этой прямой части, а здесь более сферическая. И одна прямая, вот, грубо говоря, видно. Вот так вот все. Вот так вот все. Да, тут щель специально такая сделана, чтобы потом при сварке было ровно и красиво. Если сделать сюда лист длинный, потом здесь будет такая борода торчать, подбородок. В общем, вот так все подогнали. Значит, я отрихтовал трубку, примерно подогнал внутреннюю. Также, почему мы спасали эти упоры, так сказать, родные, потому что здесь есть посадка под трубку. Теперь смотрите, как это все будет. Вот сюда втыкаем вот эту вот херню. Ну, в общем, блин, так как вам показать-то так? Вот, короче, эта херня железная, сеточная, встала сюда в пазик. Вот.
теперь нам нужно отогнать, отрезать по длине. Главное, пусть будет она чуть-чуть длиннее, но никак не короче. Если будет у вас чуть-чуть короче от этого обуда, будет внутри болтаться, дребезжать. Вот, в общем, мы сейчас вот здесь вот, как типа лайфхак, видите, сколько ступенька внутри, ну, есть вот здесь упорчик. Отмеряем вот здесь маркером, можно штангель сюда воткнуть, промерить длину, отмерить вот здесь маркером, прикладываем сюда. И эту риску переносим на эту трубку. И отрезаем. Потом еще раз все это подгоняем. Обвариваем вот эту лабуду. После того, как обварим вот эту лабуду, она еще как раз ее поведет. Еще раз подрихтуем, забиваем трубку. Примеряем опять все на газ-газе. И потом забиваем набивку. У нас есть такая вот набивка, которую Саня мне подарил и теперь забрал. Вот, короче, будем забивать эту новую набивку. Старая вся пойдет в мусорку. Вот. Вот-вот-вот. Такие вот делишки. Видите? В общем, здесь будет трубка. Вот так вот идти. А вокруг все будет в набивочке. И баночка у нас, грубо говоря, прямоточек. Вот. В общем, господа, как-то вот так получилось. Примерно. Внутри уже трубка есть. Сейчас пойду все примерю. И будем обваривать. В общем, господа, настало время и до набивочки. Достаем, в общем, эту херню. Одеяло. Подмеряем по длине примерно. Также не забываем, что в конуса у нас не именно по трубке мы должны резать. Вот это место, допустим, набивка сюда не зайдет, она будет сдираться. Чуть-чуть меньше можно отступить. Ну, то есть отступить. Так как он будет упираться сюда. Грубо вот так вот забить. Видите, нам придется еще отсюда отчехрыжить. А сюда она зайдет. Один слой сюда зайдет, а сюда побольше зайдет. Поэтому, наверное, будем вот так сделать складку. Потом обматывать и опять складку, чтобы было здесь побольше. Либо обрезки сюда еще запихаем. Вот, обязательно пользуемся перчатками, не резиновыми. В общем, отмеряем, сколько нам нужно. Сейчас отсюда отчехрыжу. Так будет много, блин. Второй, второй. Три, грубо, да? Два с половиной слоя. Ну, где-то вот так вот, да. И еще чуть-чуть. Короче, и будет самое оно. Короче, здесь режу сейчас. И вот так полосу отрезаю. Эта лабуда режется довольно-таки несложно, в принципе, если у вас нормальные ножницы. Главное, не на сквозняке это все делать, не на ветру и не на этом. Ну, в общем, дальше, короче, все понятно. В общем, господа, прихожу я с утра, а здесь, значит, пусто. Ничего больше нет. Где глушитель? Где все? Все кто-то убрал. Вуаля. Вуаля, господа, смотрите, что я приобрел. Смотрите, ой, блин, уже заляпал. Сейчас вытру, подождите. В общем, такая вот красота у нас получилась. Блестить. Ой, чуть не уронил, чуть не поцарапал. Смотрите, посмотрите. А вон... Блин, камера выключилась. А вон и я виден там, видно, да? Ух-ту-ту-ту-ту. Я думаю, Санечек оценит. И поставит первым комментарий. И еще один отзыв и лайк. За такую вот баночку. Чисто кастом. Сварено из листа, алюминия и прочего херни. Набивочка там новая. Все такое. Вот, в общем, как-то так. Даже по звуку уже ничего не теребежит, как раньше. В общем, вот так, пацаны. Такое вот мы сделали. Конечно, мы очень спешили. Мы очень спешили, да. Все было очень напряженно. Но все-таки, как ты просил укоротить задок, я его не укоротил пока. Но мне кажется, так еще красивее. Вот. Ну что, пацаны, пойдем примерим эту всю канитель. Итак, мы в секретном гараже, значит. Я торжественно объявляю этот глушитель оконченным.
Ну, господа, как вам? Ну, тут, конечно, я сейчас все прикручу через резиночки специальные от форсунок. Старые клиентов позабирал. Слушай, ну балдеж, балдеж. Да. Прям балдеж. Ну не хватает прям надо... гравировочки, ну вот прям ну, просится. Да, ей надо уже ее прям просится. Заляпали, блин. Слушай, балдеж. И мы открываем занавес, господа. И пофиг, что все видели, как здесь процесс. Хиликий соплес. Как-то вот так. А ты хоть на солнце поставь вот так? Какое солнце, ё-моё! Сегодня целый день солнце светит. Что, ты залил? Ну да. Осталось кикнуть. Что, проверяем? Слышит звук. Да, кикай. Могу по это. Поснимать. Только тапки мы не снимаем. Да. Какой именно объемный звук получился. А герметик там еще не высох.